Мастерами кунг-фу не рождаются, ими становятся, потому что этот вид боевого искусства, пришедший к нам из Китая, требует большой физической подготовки и не меньшего терпения. Этими качествами отлично обладает Исхак Рамазанов. Недаром он является чемпионом России по кунг-фу файтингу, а в ближайшие дни он и вовсе отправится в Армению на Кубок мира. Там боец будет отстаивать не только свою честь, но и честь Родины. Я думаю, я готов. Мы провели колоссальную подготовку. Очень много, 3-4 часа в день тренировались. 2-3 тренировки в день. Колоссальная работа была проведена. 16-летний спортсмен владеет искусством кунг-фу всего 3 года. За это время юноша вышел на мировой уровень. В последнее время он проводил особенно изнурительные тренировки. За считанные дни до старта соревнований Исхак занимается в облегченном формате, чтобы восстановить силы для серьезных поединков. Артур Варданян – тренер строгий, но справедливый. От спортсменов, даже от самых юных, он требует повышенной дисциплинированности. Ведь именно это качество имеет особую значимость в искусстве кунг-фу. Подготовка Исхака к мировому первенству – история куда более индивидуальная. На тренировки юноша приходит раньше всех и только с наставником оттачивает свои навыки. В данный момент мы, значит, перешли к пике его готовности. Сейчас начинаем уже такой легкие тренировки, чтобы восстановиться сил. Всякие массажи лечебные, как бы, ну, русская баня необходима, конечно. Поднимаем скорость, выносливость. Кубок мира по кунг-фу файтингу пройдет в Ереване с 7 по 9 июня, где соберутся лучшие бойцы со всей планеты. Усердные и тяжелые тренировки должны положительно отразиться на результате спортсмена. Наша съемочная группа пожелала юноше успеха и достойного выступления на мировом первенстве. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.